Так, дорогие друзья, находимся на территории бывшего Гусевского завода имени Дзержинского. Посмотрим. Видно, железную дорогу было. Сходила рельсы. Это хранилище. Цех. Ну. Что тут проводим? Трубы какие-то проведены. Локации. Thank you.
бывшие трансформаторные будки. Трансформаторов нет, конечно. Ну, как всегда, валяются сапоги. О, какой-то цех огромный. Там даже не пролезешь, пройдешь. Трактором все сгребали. Thank you.
отсюда что-то есть интересное, я снимаю. Какой-то бункер, вот лестница была, завалена уже мусором. Какой-то бункер был. Пройдешь. Вот какой-то проводец. Thank you.
Бероицы. А вот тут труба стояла. Видно основание. И огнеупорный кирпич. Это вот труба. А это вот вы, скорее всего, видели. Там охлаждение воды. Даже не горело.
станка какого-то. Ну, пойдем. Тоже плиткой.